Всем приветики. Доброе утро, можно сказать. Время 10 часов. Мы немножко приболели. Заболеваем, вернее. А Фридушка делает вкусняшки здесь. Делает треугольнички. Еще что? Пирог с яблоками. Пирог с яблоками к чаю. Вот. На улице у нас, ну, не тепло уж, ну и не холодно сегодня, нормально. Поднялся ветерок, утром вообще не было ветра, сейчас ветерок. Ну, а ты у ислама здесь. Бардак, ты что делаешь? А? Алло. Была когда-то такая дикая страна. Что делаешь? Скажи привет. Ну, а там тоже заболевает, кашляет. Смотрит какой-то челлендж. А давай поиграем. Как? Прятки. Ага. Ты считаешь. Сейчас. Считай. Раз, два, три. Четыре. Нет. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Заходи! Влад, а поликлиника запишешь? Вот Баксик, сейчас с ним поедем в поликлинику. Вы что делаете? Давай. Поехали мы в ветклинику. Вон там Баксик. Где-то там Гретта тоже. С девочками. Сейчас Баксику будут снимать швы, а Гретте пострижем ногти. Когти. Коготочки. Ты куда? Мы приехали домой. В общем, покажи лапку. Бакс. Покажешь? Покажи, если. Ну, там все нормально. Тихо уж. Все нормально, сняли швы. Темно. Вот. Тут. А, вот. Ну вот. А вы спите? Да. А. Ну, нормально сейчас. Вот. Просто там нету фаланги сейчас. Да. Ниточки убрали. Все, лежит, балдеет. Теперь это мой кот обычный. Грет, ну, хромает еще. Грет, тебе постригли ногти.